Подобные архитектурные объекты были выбраны не случайно. Согласно данным сайта «Твоя Россия», где и происходил первоначальный отбор, именно Фишт и Роза Хутор больше всего знакомы россиянам. Именно с ними общественность ассоциирует не только новый этап развития курорта, но и один из самых ярких моментов в новейшей истории нашей страны. Это, во-первых, те ментальные ощущения, которые пережили не только мы, сочинцы, но и все россияне за те победы, которые у нас, с которыми у нас олицетворяются Олимпийские и Паралимпийские игры, за то ощущение единой большой командной работы, которую нам удалось сделать перед Олимпиадой и потом всему миру продемонстрировать и открыть совершенно новый облик новой России. По результатам первого отборочного этапа Сочи входит в четверку лидеров вместе с Крымом, Казанью и Грозным. Основное голосование стартует 5 сентября. Согласно первым данным, из 100% голосовавших за курорт только 40 составляют местные жители, остальные – представители других регионов, что еще раз подчеркивает узнаваемость и востребованность Сочи. К слову, как отмечают представители бизнеса, изображение Сочи на банкноте станет не только гордостью для жителей, но сыграет рекламную роль для привлечения туристов и продвижения курорта в целом.